знаю. Давай-ка, уважаемый, что у тебя есть из самого дорогого. Будет какая-нибудь важная годовщина? Суть-то в том, что она уже была вчера. А я забыл. Новиград. Столица мира. А впускают таких голодранцев. Приветствую еще раз. Ну так как? Интересуют тебя памятные вещицы, оставшиеся от мага Эрамоса? Они еще продаются. Предлагаю сменить тему. Давай сыграем партию в гвинт.
Мне нужен подарок для жены. Вы ищете что-нибудь определенное? Приветствую еще раз. Ну так как? Покажи мне... Бывай. А. Опять этот седой. Целый день двери не закрываются. Да, Геральт? Посмотри, что я раздобыл. Артефактная компрессия. Это статуэтка, заколдованный человек. Сможешь его расколдовать? Конечно. Похоже, об этом бедолаге просто забыли. Он похож на дворянина. Может, он и есть дворянин. Идем. Я не могу провести ритуал прямо здесь. Все готово. За работу. Угрюмое место. Это правда. Выглядит так, как будто здесь обитает вампир. Поэтому я так уверена, что нас никто не потревожит. Дай мне фигурку и отойди. Попробуем его расколдовать. Думаю, это дворянин. Приготовься. Никто не знает... Кто он на самом деле? Инналандаона Арайс! Коралл, нет! Я все объясню! Коралл? Я на ту девку и не взглянул. Для меня есть только ты. Эй, ты не Коралл. Суккуб. Морок. Где я? Значит, его заколдовала Коралл? Очень на нее похоже. Я не встречала более вредной чародейки, чем она. Разве что... А Коралл здесь нет? Тогда иди же ко мне, суккуб. Как тебя зовут? Мы в Новиграде. В Новиграде. В Новиграде? Последнее, что я помню, это Оксенфурт и Коралл в бешенстве. Как она может требовать верности, когда сама порхает, как... Ну, как... Как деревенский мул. В самую точку. Зараза. Чувствую себя так, будто по мне прошлось стадо коров.
Не знаю, что она со мной сделала, но вижу, вы спасли меня от беды. Вот, возьми. Пойдите, развлекитесь в городе. С тех пор, как ты спал с Коралл, ее вкус значительно ухудшился. Ладно, идем. Наш славный господин сам о себе позаботится. Холодно. Вот там. Я буду за тобой приглядывать, белый голубь. Короче, ежели тебе сегодня кто жопу лижет, завтра за нее же укусит.
Снова у меня кости ломит. Дом полностью разрушен, но магический круг выдержал. Кажется, портал закрыт. Может, его открывает один из предметов, принадлежавших Аэрамусу? Воняет. Запах старого сыра. Похоже, Аэрамус был тиромантом. Чего Аэрамус сделал этот чертов сыр? Лучше быть повнимательней. Пфф.
сыром? Вот весь мир посмеется. Ничего хуже я уже не встречу. Надо рассказать Пандерту, что у туманников иммунитет к запаху старого сыра.
здесь что-то есть. Где там артефакт Кейры? Это место похоже на сокровищницу. Надо осмотреться. Магический барьер все еще действует. Нужно его как-то отключить. Иллюзия. Барьер отключен. Если этот меч столь же смертоносен, как сыры Айрамоса, его стоит взять. Пожалуй, я назову его и Менталь.
Свежий воздух, наконец-то. Ну, пиздец тебе. Ну-ка, братва! Вот и гнездо, но пустое, если не считать остатков тела. Они взяли заказ первыми. Получили деньги вперед, и награда у них выше моей. Тонкая ось, редкий ух. Интересно. Это архигрифон. Thank you.
Еще один. И ты топай отсюда. Господин, жалься над нами. Нам некуда возвращаться. Теперь только Новиград или смерть. Я уже сыт вами по горло. Убирайтесь отсюда, не то мечами вас погоним. Они, кажется, совсем отчаялись. Пропусти их, что тебе ставят? Твою мать, сколько раз я буду повторять. У меня приказ заворачивать всех, кто без грамоты. Пропусти этих людей. Так точно. Спасибо. Нам некуда было возвращаться. А в Новиграде хоть какая-то надежда на новую жизнь. Держитесь подальше от большака, а то снова нарветесь на патруль. В другой раз уж не попадемся. Будем осторожными, как заяц на меже. Но ты... Ты-то из другой глины сделан. Ты прямо как тот герой из гробницы под Кривоуховыми холмами. Он в пещере похоронен. В холме, под которым штейгеры стоят. Люди говорят, что богатств там немерено. Может, и для себя что найдешь. Сударь, но по глазам вижу честный. Фонарь под глазом, кто тебе поставил? Белые, как у сына мельника. Ты за это сдохнешь. Я ничего не делал, сударь. Умоляю, помогите мне. Прочь, не вмешивайся. Умоляю, у меня жена, дети, пощадите. Слишком поздно, отравитель. Ты сдохнешь. Что тут происходит? Этот Дейне продавал фиштех молодым эльфам. Грязный товар, от него каждый второй умирает. Лжа! Они хотят меня убить и ограбить. Помоги мне, умоляю! Ты продавал яд. Жаль, ты не видел, как бьется в конвульсиях и умирает молодой парень. Все эльфы ненавидят людей и мечтают о мести. Только почему я виноват в том, что ваш народ исчез? Заткнись, гнида. Надо проверить, есть у него при себе фиштех. Мы уже даже башмаки его проверили. Ничего! Ублюдок уже продал весь товар, но это не значит, что он невиновен.
Я не вижу никаких доказательств, что этот человек торговал Фиштахом, тем более грязным. Я не позволю его убить. Тогда ты умрешь сам. Зря ты, Вадгерн, встал у нас на пути. Спасибо, ведьмак. Сучьи эльфы нашли предлог, чтобы меня ограбить. Прошу, прими это в знак благодарности. Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тиль, а нейромант. Продавать Фиштах уже дело подлое, а за ядовитый Фиштах ты должен понести кару. Нет! Не дай им меня убить! Спасибо, Вадгерн, что позволил нам свершить правосудие. Значит, она страшная, по-твоему? Сейчас я... Хватит, оставьте его. О, а ты что у нас, любитель нелюдей? Я очень не люблю повторяться. Оставьте его в покое. Эй, парни, тут один нарывается. Надо ему показать, что бывает в Новиграде с любителями выродков. Ну да, где одни выродки, то и другие. Спасибо, Вадгерн. Если бы не ты, мне бы отрезали уши, как Фаэлару. Или еще того хуже. На вашем месте я бы уехал из Новиграда. Надо же. Тебе тоже мешают нелюди? Мне нет. Зато вечному огню уже да. Пока что у них есть другие жертвы, но скоро возьмутся и за вас. Да ладно. Так далеко они не зайдут. Я был в Ривии в 68-м, во время погрома. Я знаю, о чем говорю. Берегите себя. Это как? Что ты нам предлагаешь? По домам сидеть? Уступать дорогу, если человек идет? Прощайте. Снова у меня кости ломит.
глянуть, и видно, что ты за стебелек. Всякий дух вечный огонь хвалит. Что меня больше всего в Новиграде. А что это у тебя мечи? Пропорции, сука. Лестницы высокие, стулья узкие, кружки маленькие, бабы огромные. И как идешь по улице, все время перед глазами чья-то жопа. Не самое худшее, надо сказать, часть тела. Да будет густой твоя борода. Ведьмак. Да пребудет с тобой сила вечного огня. Все дороги ведут в Махакам. Грёбаный ведьмак, собака сраная. Отойди от меня, богохульник! Мое почтение, мастер. Я по поводу заказа. У тебя правда неприятности с дымовым? Может, это у тебя не все дома? Я попросил бы, мастер. Я знаю, что такие твари вроде только в сказках бывают. Но я-то своими глазами видел, как он мой прилавок обчищал. Ну хорошо, и как это твой домовой выглядит? Как гнусный, толстый кошак. Но большой. Вот досюда мне доходил. И на двух ногах бегал. А что он у тебя стащил? То хлеб, то рыбу, то яблоки таскает. Вроде ничего такого. Но курочка по зернышку и дело начинает приносить убытки. Впрочем, это не только меня касается. Нет, он уже с каждого прилавка что-то свистнул. Ну так как? Попортите ему шкуру серебряным мечом. Если добавишь что-нибудь к награде. Спрос на ведьмаков большой, предложение невелико, так что заказов у меня хватает. Умеете вы торговаться, мастер-ведьмак. Ладно, по рукам. Успокойся, я тебе помогу. Мелкие предприниматели – основа здоровой экономики. Спасибо, мастер. Не знаю, пригодится ли вам это, но когда я последний раз видел этого воришку, то он вон там через стену перепрыгнул, а потом вбежал в ворота. И только я его и видел, и товар мой. А
нас сохрани. Как же это тебя стража в город допустила? Действительно, кот переросток. И бы вы все к черту. Дегенерация, упадок традиций, разложение морали. Давайте, давайте, люди, всем не хватит. За полцены я бы, может, что и взяла. Думаешь, я не знаю, что ты вытворяешь? Ведьмак! Отлично! Куда?